точки зрения международного права, понятно, на стороне Баку, но с точки зрения вот этого человеческого аспекта, то у меня сочувствие к армянам очень-очень глубокое. Потому что, знаешь как, мы в такой же ситуации в 2014 году, и если у нас как бы будут вот эти вот дебильные заявления на тему «свободная экономическая зона для Донбасса до 50-го года», о чем как-то так вот сейчас у нас говорят, как бы какие-то ищут, понимаешь, вот что меня пугает, что украинская власть сейчас, она ищет какую-то такую схему, чтобы мягко прогнуться под россиян и лечь под россиян, а мягко не получится, потому что Мишка, он придет, как бы, он сначала натянет всех зеленых, а потом всю Украину. И вот о чем я говорю.